Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Люди с этим именем большое значение придают личной выгоде. И это не обязательно, что материальные или денежные. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. К положительным качествам относятся умение добиваться своего, развитая интуиция, практичность и высокий уровень энергии. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Люди с буквой «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.